Здравствуйте, с вами Банан, и сегодня у нас в обзоре детские электронные весы Babyon. Контроль веса ребенка рекомендуется в грудном возрасте, особенно среди недоношенных детей, для которых вес является особенно важным показателем развития. Весы имеют большой ЖК-дисплей, точное измерение, погрешность плюс-минус 0,1 кг, максимальная нагрузка 20 кг, эргономичная форма, большая площадь взвешивания с углублением, сохранение в памяти последнего измерения. Высочайшее качество изделия обеспечивает удобство и безопасность взвешивания.